регионе стартовала массовая вакцинация против гриппа. Помимо поликлиник и других медучреждений, поставить прививку можно в вакциномобиле. Сегодня он был припаркован возле торгового центра «Гудвин». Вакцины ставят бесплатно, в порядке живой очереди. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Всего в областную столицу закупили более 280 тысяч доз. Уже привито 50 тысяч взрослых и 20 тысяч детей. Добавлю, что по данным Роспотребнадзора, подъем заболеваемости ОРВИ планируется на начало октября. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию в сентябре. В этом году у нас будет доминировать грипп H1N1. Это очень серьезный штамм вируса гриппа, который вызывает тяжелые осложнения и характеризуется летальностью. Более высокой, чем остальные штаммы. Да, это именно вот тот штамм свиного гриппа, как его называют в прессе. Завтра поставить прививку можно будет возле торгового центра «Кристалл» до 4 часов вечера.